Доброе утро! На календаре 2 сентября Православная Церковь сегодня вспоминает пророка Самуила. Его считали мужским заступником, а этот день мужским праздником. Дочери с утра подавали отцу чистую рубаху, старшая хозяйка в доме накрывала богатый стол, чтобы мужик ушел в поле на работу сытым и добрым. А работы в поле еще оставалось много. У Самуила просили хорошую погоду, чтобы дошел овес, чтобы лен и конопля выросли. Девки в огороде дергали свеклу и морковь. Свекольница, девичья, невольница, говорили в народе. Всем мир, любовь. Обнимайте любимых чаще. Хорошего дня.